Когда Меркурий плохо влияет, человек становится замкнутым, ему тяжело общаться, он с природой контакт нарушается, ему климат не нравится, у него аритмия, какие-то дисфункции внутри, тяжело дышать, там тяжело еще что-то. Это означает злое влияние Меркурия. Оно преодолевается с помощью попытки быть в гармонии с этим миром. Плохой природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Благодарно означает любить дождь, любить солнце, любить ветер, все вокруг любить, людей всех с разным характером, любить, учиться. Вот не нравится какой-то человек, он бла-бла-бла, говорит плохо, не нравится. Хорошо, прости ему его речь. Учись быть ближе ко всем, общаться со всеми, иметь больше друзей, подружек. Это устанавливает лучше отношения с Меркурием. Означает отношения, взаимодействие. Есть такая гимнастика цигун или ушу. Человек берет так энергию природы руками так и отдает всем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, отдает. Ну, такая вот гимнастика означает увеличение гармонии с этим миром. Человек чувствует энергию природы, деревьев. Можно вставать к дереву, лечиться, тоже улучшает Меркурий. Взаимодействовать. Иногда собачки и кошечки прижимаются к человеку, взаимодействуют. Пытаются понять или нюхают, что за человек. Они по запаху все узнают. У них такой способ взаимодействия. Общаются, хвостом виляет, значит хороший. Если хвост поджимает, значит плохой человек. Уши поджимает, вот значит плохой. Опасность какая-то.